Приветствую любителей стратегий. Сейчас мы будем пробовать игру Anomaly Warzone Ashes. Это игра жанра башенок, только наоборот. Вам требуется провести отряд через башенки по определенному пути. Как получить эту игру бесплатно для Steam? Я уже показывал в предыдущем видео, ссылочку смотрите внизу. Предыстория проста. На Землю высадились инопланетяне и начали захватывать города. Наша задача пройти к центру этих инопланетян и его уничтожить. Вот, видим карту, как мы можем пройти. Точки поворотов мы можем менять, задавая таким образом маршрут. И выйти надо вот в конечной точке вверху. Сейчас надо проложить маршрут. Так. Вот. Прокладываем маршрут к финишу. И начинается игра. Управляем командиром. Куда мы кликнем, туда он и побежит. А вот и наш отряд. В данной миссии цель провести отряд к конечной точке, не потеряв ни одной машины. Ну и командира, естественно. Вот, и еще подсказка показывается. Вверху не потеряйте ни одного юнита. Колонна движется пока без происшествий. Наблюдаем. Так, что-то происходит, что-то происходит. Вот, появилась аномалия. Ее нужно обойти. Крайне желательно. Чтобы обойти, нужно вызвать карту и поменять маршрут. Так, вот наша карта, меняем маршрут. И продолжаем движение. Удивительно, но игра подтормаживает на моем, хоть и не последней свежести компьютере, но тем не менее для такой игры мощности должно хватать с головой. Тем не менее подтормаживает. Конечно же еще происходит захват видео из-за этого. Идут немножко тормоза. Так, вот у нас повредились машинки. Сейчас мы их будем ремонтировать правой кнопочкой, чтобы открыть меню, и выбираем ключ для ремонта. Теперь, куда мы кликнем, там будет область ремонта. Вот так. Есть, колонна отремонтирована, можно продолжать движение. Читаем подсказочки. Все на русском языке, что довольно удобно. Так, новая аномалия. Надо сменять маршрут. Меняем. Угу. Ну, как-то так. Так, появились новые точки. Угу. Маршрут проложен удачно. Не попадаем на них. Но один юнит у нас покраснел, надо его починить. Так, все нормально. С
Собираем ящички. Как видите, инструмент этот заканчивается, поэтому ящики надо собирать. О, опять повредили. Напомню, это я сейчас пробую на самом легком уровне. И такая жесть происходит. Если на сложном, интересно, вообще пройти нереально. О, меняем маршрут. Есть. Неудобно, конечно, управлять командиром, следить при этом за отрядом. Да, управление неудобное. У них есть игра для мобильных устройств, ну, под Android, по-моему. И там управление намного приятнее и проще. А здесь все так усложнено, компьютер не выдерживает. Игра, которая идет без проблем на мобильных устройствах, тормозит на компьютере. Круто. Эй, прозевал поворот, прозевал. Ай-яй-яй. Вот тут бы сейчас свернуть, но придется идти через точку эту. Одна надежда на ремонт, что он поможет. Нет, не помог ремонт. Да. И это самый легкий уровень. Попробуем еще раз с контрольной точки. Благо, эта точка недалеко находится. Попробуем свернуть в другом месте. Меняем маршрут. Так, прогнозируемо падает осколок. Угу. Ремонтируем. И вот опять на пути точка, блин. Опять инструмент используем. Все. Все, потеряли все машины. Это капец какой-то. Это самый легкий уровень. Что это такое? Еще раз, последний. Все. Пробую последний раз. Если я не могу пройти первый уровень на самом легком режиме, то в такие игры я не играю. Так, ну пока все идет вроде нормально. Смотрим дальше, пробуем инструмент. Так, давай, давай. А, блин. А, блин. Опять потерялось. Все, на этом все нафиг такое.